В Днепропетровске прошел Кубок Украины по пауэрлифтингу. Соревнования проходили по тяге штанги и жиму лежа. В них принимали участие около сотни спортсменов со всей Украины. В весовой категории 125 килограммов первое место занял Вадим Тихонов. Среди спортсменов весом 110 килограммов лучшим стал Константин Михаличенко из Запорожской области. В весовой категории 100 килограммов золото завоевал Сергей Самойлов из Энергодара. Днепропетровец Георгий Попов стал первым в весовой категории 90 килограммов.